Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов, сэр Уильям Эрнест Рейнольд Стивенс, выдающийся британский художник и скульптор американского происхождения. Я пользуюсь данными из интернета, которые нашел, данных очень мало. Итак, он получил образование в школе искусств Блэкхита в школе Королевской академии. Выставлялся там с 1786 по 1942 год. Его работы можно увидеть в соборе Святого Павла, Ламбертском дворце и Саутеллском соборе. Был одним из самых изобретательных представителей так называемой новой скульптуры. Родился в Северной Америке в семье англичан в 1862 году. Семья вернулась в Англию, когда он был маленьким мальчиком. Получив первое образование инженера, отказался от этого в пользу искусства и в возрасте 20 лет посещал школы Королевской академии. В 1884-1887 годах впервые выставив там акварель, еще будучи студентом. В 1885 году, уже в 1887 он выставлялся как скульптор. Это было в первый раз. На него большое влияние оказали Алфред Гилберт и Реджинал Фрэмптон. Он выставлялся в обществе выставок искусств и ремесел. Характерно, что он выполнил много работ по внутреннему убранству. Использовал в своих скульптурах, работах самые различные материалы, в том числе драгоценные камни и слоновую кость. Делал маленькие статуэтки, и такие как Ланселоты Тенец, искупление Гвиневры и так далее. Его девиз «Молодость счастлива в жизни, в любви и во всем». В моде эпохи Возрождения, способная Рейнольдса Стивенса свободно работать в различных искусствах, означало, что он мог преуспеть в декоративных предметах. В 1911 году Шантре Биквест купила королевскую игру, работу Рейнольдса Стивенса, 1906 год, полноразмерную работу, на которой королева Елизавета I играет в шахматы с королем Испании, используя фигуры кораблей на мировой шахматной доске. Пожалуй, самая богато украшенная и впечатляющая работа художника. В 1905 году он был одним из основателей общества британских скульпторов. Был президентом этого общества с 1921 по 1929 год. В 1931 он был посвящен в рыцари. Умер 23 февраля 1943 года. Ну, вот так вкратце, данных очень мало, те, которые мне удалось найти, о выдающемся британском художнике, скульпторе американского происхождения, сэр Уильям Эрнест Рейнольдс Стивенс. Пока-пока, до свидания.